приложением лайк начинает происходить что-то странное. Оно реально во что-то превратилось, вы это видите? Черт, она в нашем подъезде, суприбода, что происходит? Оно просто мне отрубило голову, вы это видите? Что творим, бро? Меня зовут Саргионис, и бро, сразу же переподписывайся на мой канал, что выступим мою Суприм Банду. Ведь, бро, ты же знаешь, придет время, Суприм Банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, бро, тебе не нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, что выступим мою Суприм Банду. Самую сильную банду на ютубе. И, бро, также сегодня сюда видео снимает Настя. Привет! И, бро, вы не поверите, но сегодня реально жесткие видео. Все потому, что совсем недавно я зарекался в приложении лайк. И, банда, я узнал одну новую легенду о приложении. Что в 3 часа ночи с приложением лайк начинает происходить что-то странное. Оно как будто становится из ада. Только вдумайтесь в это, банда, это реально жутко звучит. Оно становится каким-то ненормальным. Оно полностью изменяется, становится каким-то темно-красным. Я даже видел скриншот, это было очень страшно. И также вместе с этим это приложение меняется и видео. Они становятся какими-то мрачными, страшными. Как будто их снимают самые настоящие демоны. Я просто не верю в то, что я говорю. Но я реально читал эту легенду, я реально видел эти фотографии. Именно поэтому, банда, я решил, что сегодня в 3 часа ночи я должен зайти в это приложение лайк и посмотреть, ли правда оно превращается в такое страшное. Именно поэтому, банда, мы еще в 3 часа ночи, чтобы проверить приложение лайк. И, бро, давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков. И тогда, возможно, сниму вторую часть, конечно, если с приложением будет что-то не так. А также будет подписываться на мой инстаграм и на инстаграм Насти. Подписывайся на мою страницу лайк, ведь там выходят очень крутые видео, которые выходят эксклюзивно, не такие, как на ютубе. Я думаю, тебе это 100% понравится. Именно поэтому, бандит, подписывайся на мой лайк. Это реально крутое приложение, мне очень нравится. Так что, бандит, все ссылки в описании, подписывайся. И, возможно, именно ты тоже увидишь, что происходит с лайком в 3 часа ночи. А тем временем, банда, мы ждем 3 часа ночи, погнали! Господи, Суприм Банда, это реально жесть. То, что я видел на скринах, это так жутко. Приложение лайк полностью меняется в 3 часа ночи. Сейчас же, банда, я вам покажу, как выглядит обычное приложение лайк. Оно сейчас совершенно обычное, потому что сейчас на часах 8 вечера. Просто гляньте, это реально хорошее приложение, очень веселое. Я бываю здесь зависаю даже несколько часов. Просто гляньте, здесь очень крутые видео. К примеру, вот про Майнкрафт. Я думаю, все с вами любим Майнкрафт. Просто посмотрите, как это красиво, банда. Это реально очень крутое приложение. Именно поэтому я советую каждому из вас перейти по ссылке в описании и подписаться на мой аккаунт. Ведь у меня тоже выходят очень крутые видео. А тем временем, банда, мы теперь переходим к темной стороне лайка. Нам нужно дождаться ровно 3 часа ночи. И ровно 3 часа ночи мы сможем посмотреть тот самый адский лайк. Я очень надеюсь, что все пройдет более-менее гладко. Я очень надеюсь, что мы сегодня никак не пострадаем. Тем не менее, бро, погнали за 3 часа ночи. Окей, Суприм Банда, на часах уже почти 3 часа ночи, 2:59, если быть точным. Ровно через минуту будет 3:00. Именно в это мистическое время с приложением лайк должно что-то произойти странное. К примеру, то же, что мы видели на скринах. И все еще этих скринов очень страшно, потому что то, что я видел там, это было просто ужасно. Я надеюсь, Банда, что сегодня мы увидим то же самое, только своими глазами. Окей, Суприм Банда, на часах уже почти 3 часа ночи, посмотрите. Здесь уже пришло, что есть какая-то загрузка. Это же, я не верю своим глазам, неужели с приложением лайк реально что-то будет? Окей, Банда, 3:00. Господи, видите, эти начались какие-то помехи. О, черт, что это такое, банда? Неужели вся эта легенда, это правда? Просто посмотрите, просто какие-то помехи, это жесть. Я просто не верю своим глазам, почему все тупнет. Видите, это какие-то крики, банда, это сердце приложения лаги, из него идет кровь, это так жутко. Господи, неужели это тот самый лаг 3 часа ночи? Я просто не верю своим глазам. Оно реально во что-то превратилось, вы это видите? Это так жутко все смотрится. Здесь есть какие-то 3 видео. На одном 102 лайка, на другом 87 лайков, на другом 3 лайка. То есть эти видео практически никто не видел. Возможно, банда, мы с вами первое большинство, которое их увидит. И как же жестко изменился лайк. Сверху написано приложение лайк красным кровавым цветом. Это так жутко смотрится, банда, я не верю своим глазам. Окей, давайте попробуем посмотреть какое-то из первых видео. К примеру, на том, что 102 лайка. Я знаю, это очень плохая идея, давайте это сделаем. Что это такое? Черт возьми, почему оно такое страшное? Это очень похоже на какого-то демона, банда, вы это видели? Я просто не верю своим глазам. Просто посмотрите, банда, я поставил это на стоп, и гляньте, как же здесь все изменено. Кнопка поставила полностью кровавая и тоже как будто пробита. С комментарием поделиться то же самое. Это жесть, банда, этот лайк как будто полностью кровавый. Как будто его кто-то ранит с выстрела, просто посмотрите. Все реально в таких стрёмных кровавых следах, я просто не верю своим глазам. Самое страшное то, что этот лайк откроется ровно 3 часа ночи. Господи, банда, я не знаю, что будет дальше, но мне уже от первого видео очень страшно. Окей, давайте попробуем на свой страх и риск запустить следующее видео, на котором всего лишь 87 лайков. Я уже вижу, что он какой-то страшный парень, тем не менее, давайте это сделаем. Это слышите? Вы просто это слышали, кто-то на фоне
и кричал: «Помогите! Это жесть как стрёмно!» Он еще так стрёмно двигал своей головой вот так. О, господи, окей, я хочу еще раз посмотреть это видео. Черт, мне просто не верится. Там реально кто-то кричит: «Помогите, посмотрите! Внизу написано, что это оригинальный звук, то есть это прямо у него дома происходит! Получается, у него кто-то в салоне, как панда! Ну почему он так веселится?» Господи, как же это все стрёмно, супер-панда, я просто не верю своим глазам! Это реально какое-то чудовище, которое держит в плену какого-то человека! Это так страшно, панда, я просто не верю с приложением Лагриаля в 30 ночи что-то странное! Окей, у нас осталось всего лишь одно третье видео! Я знаю, здесь еще есть какие-то видео, но пока что всего лишь я вижу 3. Давайте тоже попробуем посмотреть. И, кстати, на этом видео самое меньше лайков, 3 лайка. Получается, панда, мы с вами одни из первых, кто его сейчас увидит. Окей, я запускаю это видео. И, честно, мне уже не нравится, что я вижу там. Господи, мне кажется, мне послышалось, что она сказала: «I see you, я вижу тебя!» О, господи, супер панда, как она может меня видеть? Я знаю, что это значит, панда, но это реально стрёмно. А еще стрёмнее, что это видео появилось как раз в тот момент, когда стукнуло 3:00. Получается, когда мы только вошли в этот лайк, неужели она реально как-то смотрит через веб-камеру или как? Господи, я не знаю, что делать, но в этом лайке больше нету никаких видео. Давайте попробуем зайти на один из аккаунтов, к примеру, третьему, который говорит, что как-то следит за нами. Я почему-то в это верю, мне почему-то кажется, что она реально за нами следит. Окей, супер панда, вот аккаунт этого существа. О, господи, просто посмотрите, здесь уже написано, что я подписан, и отписаться невозможно. Но я даже не подписывался на этот аккаунт. Как так? Как это произошло? Посмотрите, здесь еще какое-то видео. Окей, давайте его посмотрим. Ведь, возможно, это самая большая моя ошибка, что я сейчас буду делать. Давайте его запускать. Ты угадал, я слежу за тобой, что это значит? О, господи, это же наша дверь, Настя. Это наша дверь, убила этой двери, она. Черт, она в нашем подъезде, супер-бода, что происходит? Вы это видите? Я просто не верю своим глазам, она реально в нашем подъезде, она в нашем коридоре. Господи, она только что добавила еще какое-то видео, супер-панда, посмотрите. Какое-то видео около нашей двери. Давайте тоже его посмотрим. За твоей дверью, панда. Черт, это реально наша дверь, Настя, не верю своим глазам, это просто ужасно. Господи, она смотрит в наши глаза. Все, что не так. Господи, посмотрите, она показывает ручку, там гром. Вы видели, это было реально гром, это жесть. Она реально где-то там. Кто-то очень громко постучал, ты слышала что это? Я слышала! Черт, это реально ужасно, супер-панда, мне просто в это не верится! Неужели это реально этот монстр? Что там? Я никого не вижу, просто гляньте! Супер-панда, там реально никого нету! Черт, кто тогда мог стучать? Окей, погоди, я посмотрю, возможно, у нее еще выходили какие-то видео! 30 ночи с лайком происходит что-то странное! Даже кто-то приходит к нам домой и стучит в дверь! О, господи, прям у нее нет никаких видео, просто пустота! Черт! Я никого не вижу, это жесть, неужели она просто ушла? То есть просто решила нас напугать и просто ушла? Чёрт, скорее идём отсюда, Настя, это просто жесть, она всё ещё там. Чёрт, супер-панда, мне просто в это не верится, это так ужасно. Теперь какой-то демон хочет убить нас вместе с Настей. Это реально жутко, я не знаю, что делать дальше. То есть нас просто убьют, тогда никто не узнает, куда мы пропали. Но супер-панда, тем не менее, скоро уже будет 4 утра, надеюсь, что она просто уйдет, а мы еще должны досмотреть все это приложение. Я еще хочу себя попробовать снять в это темное приложение Лайк. Я не знаю, что это получится, но, возможно, там тоже будет какая-то жуть. Именно поэтому давайте это сделаем. Окей, панда, до 4:00 осталось всего лишь несколько минут. Давайте уже скорее это испробуем. Окей, панда, приходи в раздел маски, просто жесть. У нас здесь всего лишь 2 маски, и они никак не подписаны, что это за иероглифы, панда. Окей, давайте выберем первую маску, посмотрим, что она означает. Господи, панда, просто посмотрите, я как будто какой-то монстр, черт. Оно реально из меня делает монстр, я просто не верю своим глазам, как же это страшно. Черт, я не хочу на это смотреть, это реально жесть, панда. Черт, я не могу, я выключу, это просто жесть, мне очень страшно. Я никогда в жизни себя не видел таким страшным, как меня делает это приложение. Это ужасно, господи. Давайте попробуем другую маску, надеюсь, она не такая сильно страшная. Окей, так, вторая маска, панда. Она просто мне отрубила голову, вы это видите? Господи, супер-панда, это ужасно, черт! Господи, что не так с этим приложением 3 часа ночи? Оно реально очень странное, но как будто превращается в приложение из ада, вы это видите? Черт, я не хочу больше на это смотреть, как отсюда выйти? Окей, подождем, когда уже будет 4 утра, я надеюсь, что это уже будет поскорее. Черт, снова кто-то стучал туда, супер-панда. И Настя, я просто не верю, что происходит. Опять кто-то пришел, господи. Окей, панда, я уже не знаю, что делать, но приложение реально хочет нас как-то убить. Ничего не видно, я не знаю, что там. Это жесть, Настя. Черт! Господи, я выключаю свет. Надеюсь, Настя, кто не увидит. Молчи.
Господи, Бонда, посмотрите, с приложением снова что-то происходит. Оно снова идет какие-то глич-помехи. Что это за предупреждение, Бонда? Согласно закону КЛЗ, вы должны покинуть приложение? Что это такое? Что случилось, Настя? О, Господи, оно просто вернулось назад, ты видишь это? Да, черт, это жесть, Бонда, получается, на часах уже 4 утра. Получается, это все кончилось. Надеюсь, она уже тоже ушла. Вроде бы никого не было, но я все еще никого не вижу. Черт, он, кто это стучал? Ладно, я очень рад, что все наконец-то закончилось. Тем не менее, вы сами видели. 3 ночи с приложением Лэг реально происходит что-то странное. И вы сами это можете проверить. Именно поэтому под ней ссылка в описании. Подписывайтесь на мою страницу, лайк. И там выходят очень крутые видео. А также еще в 30 ночи ты сможешь увидеть эти видео, которые видел ее. Это реально шутка. А теперь меня, Бонда, давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков. И тогда я сниму вторую часть. И бро, также вот комменты за прошлым видео. Господи, вглядись, какие они шикарные. Просто идешь в комментарии. А бро, если вдруг ты хочешь попасть на чем видео, всего лишь мне нужно опуститься ниже. Даже свой лайк, колокольчик и все, протужим на видео. Лайк, коммент на видео, бандит. Эй, бро, помни одно, оставайся такой шикарный, пока!